сегодня этот City Opera там. City Opera. Да. Чего при клиенте? City Opera. С кем конкретно встречались? Бухгалтер. А где встречались? Возле налога. То есть просто возле налога встретили, сколько вам она отдала денег? Тысяч 20. Это чисто за возмещение. Так, что взяли в руки и ушли. Ушел. Не боялись? Боялся. Вы ее знаете? А как вышли на нее? Ну, познакомились, пришли, наверное, вызвал, я уже не помню. А сколько возместили? Ну, 5% миллиона, 10, наверное, так что такое. 11. А это белый был ДСР? Белый, чисто белый. А как он был сформирован? За счет купли с этой продукции. Посмотрите, не проверяете? Конечно. Да. Да. И документально. А кто проверял? Кто писал проверку? Ну, инспектор какой-то, фамилия даже не скажу. А сколько вы ему дали этому инспектору? Ни копейки еще не дал, оно лежит. А сколько планируете дать? Ну, пару сотен долларов. А четко? В конце месяца. А как? А замом своим поделиться? Пока не делился. А сколько в этом году, с начала года, то есть январь месяц, сколько было возмещено денег предприятий? Разных предприятий, живым, не живым, не важно. В любом режиме живым, давайте так, это 1 090 000, наверное. Остальное передано. Какая средняя ставка у налоговиков для возмещения? Ну, сколько вы берете процентов, честно? Если предприятие согласно, 5. Команда приехала сюда, ты здесь уже находишься, сколько уже, месяцев? 5. 6-7 месяцев, то есть, а вот сколько за тот период, сколько на должности, сколько возмещения было? Ну, примерно, там, за 2020 год, с момента там прихода. Ну, в среднем в месяц, наверное, 1 200 000 заявок и тому подобное. Сколько в месяц получаешь? Зарплаты? Блэк бонуса. Десяток. 10. Ну, что-то там. Кто тебе дает лично? Сам. То есть сам. Остаток куда деваешь? Там десятки. Десятка это моя. Не, ну если я скажу, что нет, то это вы не поверите. Это 10 это лично или 10 это на всех? Это надо кому-то раздать в отделе за. Там людям где-то что-то дать, чтобы слушать все, как говорится. Нет, 10 это мне. А поскольку ты раздаешь кому? Ну хорошо. По мелочи, по 300-200. Ты насобирал за месяц. Да. А потом тебе же надо отдать что-то. Ну да, надо будет отдать руководству. А где ты будешь им давать? Как это происходит? У нее где-то в кабинете? Нет, в кабинете редко цели. Где-то там по дороге, на улице. То есть вы где-то едете в одной машине? Едете, я могу даже где-то передать. Сколько это было? Ну, примерно. Вот последний раз сколько это было? Да, 30-40. Юрки? Да. Ну, это не космические деньги. Это у нее машина? Ну, это у нее машина была. Ну, то есть, по сути, за этот период уже там какую-то сотку заработал? Ну, сотку, может, и заработал, но же есть 60, значит, сколько там, часов 40 там. Для моей посады, вы понимаете, можно, если бы я был наглым и... направленный на зарабатывание денег, там можно зарабатывать сотнями. Как эти деньги приведутся? От предприятия к вам лично? Да, я встречался с несколькими предприятиями, так, если там, ну, может, чуть больше, я не могу сказать так приблизительно. Я встречался, я брал. Угу. То есть вот от этих предпринимателей и все, было обоюдное согласие, то есть вы так договаривались, и все, а что 5%? Что так мало? Ну, до этого было, больше никто не дает. Вот тут мнение, что там ваш руководитель зарабатывает там чуть ли не 200 000 долларов в месяц. Ну, как может быть, наверное. 200 это реально или нереально? Ну, чтобы руководитель 200 заработал. Ну, наверное, реально. Честно скажу, тебе Юля хоть раз деньги давала? Один раз, наверное, за все время. Сколько это было? 5, может, долларов. А за что это было? То же самое, что думаю. То есть на нее кто-то вышел, а она говорит, что ну, это было один раз за все.